Привет всем, это канал HotSam. Сегодня будет обзор вот такой вот мини-акустической системы китайского производства. Название вы можете прочитать сами. Как утверждает интернет, она имеет деревянный корпус, две колоночки. Я давно хотел купить на кухню маленький радиоприемничек. Вот этот нашел в обычном магазине. И прежде чем купить, долго крутил его в руках. Не мог понять, от чего же он все-таки питается. Я искал обычную вилку, которая в розетку вставляется, но в комплекте ничего такого не было. Вот коробочка от него. Здесь был обыкновенный USB-переходник. Парочку таких вот поролоновых было на нем одето, на этой ручечке. Вот, ну и такой вот с двумя одинаковыми, видите, вот штекерами, такой вот проводочек. Оказалось, как же все-таки работает этот приемник, эта маленькая акустическая система. Она имеет вот такую батарейку, элемент питания, очень похожий на батарейку мобильного телефона, которая имеет емкость 800 мАч. Вот такая вот батареечка, которая, как выяснилось позже, позволяет ему достаточно длительное время работать в автономном режиме. Ну и также питание и зарядка батарейки осуществляется с помощью USB-порта от компьютера. То есть вставляется шнур сюда, ну а этот вставляется в компьютер. Что касается функций этого устройства, то это обычное радио, которое есть вот антенка. Также можно проигрывать музыку с флешки обыкновенной, можно с мини-SD-карты, а также можно подключить ваш телефон, допустим, как через выход наушников. Вместо наушников можно подключить эту колоночку, и музыка с вашего телефона будет играть через эти колонки. То есть такой вот усилитель звука для мобильного телефона, можно также его использовать. Включить приемник можно тумблером, который находится сзади. Выдвигаем антенку. Видите, имеет еще вот такой вот дисплейчик, на котором удобно видно, допустим, радиостанцию или время трека. Громкость регулируется с помощью вот такого вот регулятора. И еще очень удобно то, что в наличии есть вот такой вот пульт, которым управляется и громкость. Видите, можно переключать радиостанции. Можно регулировать громкость, можно выключить с пульта, очень удобно. Все же мне не нравилось, что батарею нельзя заряжать от розетки, нельзя использовать розетку как источник питания для этого радио. И я нашел вот такой вот выход. Я взял обыкновенную зарядку от мобильного телефона, которая имеет USB разъем, и все, включаете сюда провод. Другой конец включаем в колоночку, и все. Теперь от розетки работает. В заключение хочу сказать, что покупкой я в целом доволен. За сравнительно небольшие деньги я получил неплохой радиоприемник, проигрыватель для музыки с флешки, с карты памяти. Звук достаточно сильный, несмотря на размеры этой колонки, так как она имеет два динамика, каждый по 3 ватта, то звук достаточно сильный и, в принципе, неплохого качества. Ну вот такая вот акустическая система. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.